жрать морды в пол! Залетаем, 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 залетаем! Что это такое? Что его? Что? За что, брат? Что? 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 Что происходит? Что это такое? Это ограбление! Правда то, что вы сотрудничаете с Лунтиком? Нет! Какой Лунтик? По глазам вижу, что врешь, мудила! Какой Лунтик? Какой Лунтик? Какой Лунтик? Я не знаю! Где солдаты? Помогите мне! Залетаем, залетаем, залетаем! Тут вроде засады нету. Так. Пацаны, ищите сундук, в котором оружие. Совершенно секретный сундук. О, да, пацаны, это то, что нам нужно. Смотрите, тут совершенно новый вид луков. Ты посмотри какой. А банда Кузи уже была на месте атаки Ивы. И уже начиная с этого начинается пиздец. Ну что ж, ребятки, пушки мы поставили. На всякий случай. Высоко, высоко, лету! Бежим, 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 бежим! Пацаны, заряжаем пушку! Они пушки заряжают! Они уже по нам попадают! Стреляй! Стреляем! Пушки, пушки! Он гердым! Стреляй! Стреляйте, стреляйте, ребята! Мы сможем? Что я хотел? Победа за мной. А ну иди сюда! Не трогай Лунтика. Твоему Лунтику явно уже не жить. С дырой-то в сердечечке. Давай быстрее. Иди давай! Как я давно ждал этого момента. Можно сказать последнее слово? Нет. Пожалуйста. Ну говори, давай. Я передам его Миле. Скажи Миле, что я ради нее боролся. Я долго ждал этого момента, чтобы наконец-то я смог сказать со спокойной душой: я победил. Вот так Лунтик и Кузя взорвали к чертям весь лес. Долбоёбы ёбаные.